Ювелирные изделия от именитого французского бренда Cartier теперь можно приобрести в Дагестане. Официальный корнер накануне презентовали в Махачкале в бутике Monte Cap. На торжественном открытии присутствовал генеральный директор дома Cartier по России и СНГ Александр Фёрш. Подробности мероприятия в следующем сюжете. Благородные и сдержанные, элегантные и изящные. Коллекция Cartier представляет выбор часов и украшений на вкус даже самого привередливого ценителя роскоши. Убранство Cartier уже много лет по праву считается одними из передовых часовых брендов сегмента люкс. В каждой коллекции особенные драгоценности и необычный дизайн. Первым и единственным представителем мирового бренда в Республике Дагестан стал ювелирный бутик Monte Cap. Конечно, прежде чем запускать бизнес, мы провели мониторинг. Просмотрели количество конкурентов и нашли партнеров. Когда мы уже решили приехать сюда, с партнерами не было никаких сомнений и с открытием бизнеса тоже. Открытие корнера – большая честь для региона и бутика Monte Cap в частности. Презентация Cartier – это показатель стабильности в нашей республике, делится руководство магазина. Но будет ли спрос, интересуется присутствующие, на что Александр Фёрш отвечает утвердительно. Представители бренда обещают сделать все возможное, чтобы удивить дагестанского покупателя неповторимыми изделиями. И у мужчин и у женщин есть страсть к красоте, креативности и творчеству. Они ищут в нашей продукции элегантность и, что немаловажно, долгосрочность. К примеру, серия часов «Танк», которая также здесь представлена, празднует в этом году свое столетие. Все потому, что они просто не выходят из моды. Дом Cartier начинает свою историю с 1847 года. Тогда он был основан талантливым ювелиром Луи Франсуа Cartier. На сегодняшний день бутики этого бренда открыты в более чем 20 странах мира. В России и странах СНГ официальных представительств 27, в числе которых уже и корнер в Дагестане. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.